Это осень для актеров Ульяновского драматического театра имени Ивана Александровича Гончарова оказалась богатой на гастрольные поездки. Спектакль «Яга» или «Трактат о платке» получил приглашение на международный шекспировский фестиваль имени Ваграма Папазяна в Армении, который проходил в конце октября в Ереване. Ульяновский театр представлял на фестивале всю Россию. Пьеса Карины Хадикян «Трактат о платке» по мотивам шекспировской трагедии «Отелло» знакома армянским театралам. Фестиваль в Ереване трижды принимал спектакли по этой оригинальной трактовке британской классики. Но ульяновских лицедеев, заслуженного артиста России Михаила Петрова, Дарью Долматову и Марка Щербакова, на поклоне зрители встретили бурными овациями. Спектакль долгое время не шел, нам пришлось его восстанавливать и вводить даже актера, в данном случае Марка. И нам было интересно, вводили причем без режиссера. И немножко побавились ума, как он отнесется к этому. Он посмотрел репетицию, посмотрел спектакль и сказал, это не третий, это четвертый спектакль. Но он лучше всех. Вот это уже оценка режиссера. Это приятно, что мы его не подвели. После армянского триумфа коллектив вернулся в Ульяновск, чтобы провести в напряженных репетициях нового спектакля всего несколько дней. И уже 1 ноября отправился в новый гастрольный тур. Детективную комедию «Тетки в законе» ждали поклонники на фестивале «Театральный дивертисмент» в Израиле. В гастрольных показах приняли участие народная артистка России Зоя Самсонова, заслуженная артистка России Елена Шубенкина, артисты Марк Щербаков, Алексей Вольный и другие. Израильскому зрителю хочется, успеть сделать сразу две вещи. И посмотреть на русских актеров, да, по которым у каждого из них существует определенная ностальгия. И посмотреть такую легкую вещь, над которой не надо было бы задумываться, искать скрытые смыслы и так далее. Вот эти два условия мы стараемся соблюдать. Как сообщило руководство Ульяновского драмтеатра, есть предварительная договоренность о гастрольной поездке в Израиль на 2017 год. Ульяновские актеры в следующем году планируют показать израильскому зрителю спектакль по пьесе Шекспира «12-я ночь». Ирина Антонова, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.